Здравствуйте, в эфире новости, в студии Яна Валиди, рада приветствовать вас. В сегодняшнем выпуске вы увидите Ильшата Аминова, Айгуль Мирзаянову, Андрея Кузьмина. Координатор программы считает, что главное, когда все операторы живы. Анатолий Борисов и те, кто не понаслышке знаком с камерой, видео, разумеется. Кто похож на Бенедикт из сериала «Элен и ребята». Все о прошлом и будущем. Оставайтесь с нами. Пятый год пошел нашей программе. Со дня основания она не меняла своего названия, а вначале было слово «Город». Добрый вечер, в эфире программа «Город». Мы рады снова встретиться с вами. Любовью за любовь, виват зрителям. Что может быть приятнее, чем стабильный высокий рейтинг? Банальнейший журналистский вопрос. Как вам это удается? Когда трупы в городе, это плохо. Но когда какая-то сенсация в программе, это, наверное, хорошо. Ну, как говорится, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. В том месте ходим в бассейн, опять же, плаваем, то есть надо с собой. Всячески себя поддерживать. Я хожу еще на шейпинг. Вот. Кроме того, я стараюсь не курить, поменьше пить. В работе никаких трудностей. Лишь бы было побольше машины, и все операторы были бы живы. Надо всегда попытаться влезть в шкуру того, о ком ты делаешь сюжет, и тогда получится очень хороший сюжет. А это Сережина жена, корреспондент Лилия Шерстнева, теперь молодая мать. Малышке не исполнилось еще и месяца, но, видимо, она уже мечтает стать тележурналистом. Работать на самом деле, потому что ты, кроме того, что умеешь снимать, ты еще как-то еще и видишь очень многие вещи. Чувствую. Вот. Мы тебе желаем успехов и дарим тебе один маленький коробок. День рождения Толи Борисова, оператора. Это традиция. Ведь в Ньюсрум нам приходится проводить большую часть жизни, почти семья. В общем, очень большая ответственность на операторе находится. По крайней мере, я с собой чувствую, когда снимаю. Лежи, да? Да, очень большая ответственность, да, потому что... Ну, очень важная работа. Чем могу? Я экспромтом не получается. Да. Взял эту камеру восьмерку огромную, полез туда на крышу, залез на первый этаж по лестнике. А лестница такая приставная, деревянная. И говорит, ты мне, говорит, штатив дай. И он мне так удивленно посмотрел, говорит, где ты вот обставить, потому что там крыши-то нет, там обрешетка. В принципе, что, классно, работаем вместе. Вот, помогаем друг другу. Ну, остальное все это самое... Уже много сказал. Да. Выражай мысль. Стратегия руководства. Кнут и пряник, пряник или кнут? Стратегия руководства много пряников и немного кнута. Ну немного, ну чуть-чуть. Самое приятное в подготовке программы «Город», когда он уже готов. Сделан, расписан, когда все корреспонденты вложились в то время, которое им отведено, как бы, вот, и когда он выстроился в голове, так, более-менее. А все, кто работает в программе «Город», что они знают, что Мирзаянова дольше всего делает себе предэфирный макияж, то есть ты очень долго красишься, практически в течение всего дня. Что этот своеобразный тренинг? Ну, то есть я просто люблю краситься. Мне все время кажется, что у меня ничего не получается, я начинаю себя долго что-то себе там рисовать, а уж это пудрить, это вообще, по-моему, никто меня не видит без кисточки, по-моему, за этим столом. Вот. И как-то я себя морально готовлю к этому. То есть когда я вот в результате того, что я прихожу с утра, там немножко опухшая, злая и так далее, но под конец, когда я уже накрашена, то есть когда я себе нарисовала то лицо, которое меня сегодня будет представлять, под это у меня появляется очень хорошее настроение. Я уже, как-то суть моя даже меняется именно, моральная. Вы смотрите программу «Город», оставайтесь с нами. Вот это криминальный отдел программы «Город». У них на самом деле очень сложная работа. Им порой приходится снимать просто-таки горы трупов, убийства и все самое-самое-самое оперативное. А что снится по ночам нашему криминальному отделу? Не знаю, я счастлив тому, что я вижу сны, не связанные с моей работой. Очевидно, это говорит о том, что у меня еще нервы все-таки остались немножко.
Не знаю, когда что. Вообще я люблю играться в компьютерные игрушки. Одно время мне снился Аладдин. Мне снилось, что я бегаю, машу мечом. Тебе повезло, Юра. Знаешь, а мне ничего не снится. Прихожу, падаю, и все, и до утра. А это Ирина Быстрова. Говорят, что она похожа на Бенедикт из сериала «Елена, ребята». Ир, а тебе нравятся такие мальчики, как Жозе? Мне они, конечно, очень нравятся. Мне хочется их постричь немножко. Слушай, тебя вот жизнь заносит на самые верхи, и приходится снимать сюжеты, и, в общем, как бы в самом низу, и в кабинетах вышестоящих, и в трущобах. Где ты более всего чувствуешь себя комфортно? Знаешь, лучше всего, наверное, знаешь, где? На воздушном шаре. Когда летишь, когда сверху никто не давит, никто не плачет снизу. То есть как так хорошо, спокойно всех смотришь, ты чувствуешь себя свободно на самом деле. А спортивные новости вам поставляет один человек. Спортивный праздник, посвященный празднику Победы, проходил в парке Горького на стадионе «Трудовые резервы». Баскетбол в Униксе был вчера, а сегодня этот спортзал был отдан атлетам по национальной борьбе. У нас на этом все. Не дай нам Бог снова увидеть на Волге броненосцы. Пусть там лучше плавают катера и яхты счастливых и богатых казанцев. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До свидания.